Возраст от 15 до 25 лет, рост не ниже 180 сантиметров, при себе иметь купальник и туфли на каблуке. Важная деталь – паспорт, а именно отсутствие в нем штампа о действующем браке. Такой нехитрый набор и параметры необходимо иметь для участия в кастинге главного регионального конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород 2016». Надо почувствовать в себе уверенность, а это значит понимать, что ты можешь выйти вот к этому компетентному профессиональному жюри и во всей своей красе показать себя. То есть ни в чем себя не стесняясь, зная, что твоя улыбка, твои глаза, твоя фигура, она будет идеальна. 350 человек, девушек, подали заявки на участие в конкурсе «Мисс Нижний Новгород». Но я вас уверяю, сегодня придет не больше 100, 150 может быть, потому что девушка офлайн и онлайн – это две разные девушки, и решиться прийти и во всей красе показать себя здесь, на сцене, настоящую, я думаю, что могут не все. Те участницы, которые все-таки дошли до первого кастинга, полны уверенности и решительности. С легким дневным макияжем и в приподнятом настроении, скрывая явное волнение, красавицы выходят на сцену покорять придирчивое жюри. При себе у каждой девушки свои козыри. Конкуренция большая, и все девушки, я считаю, очень достойные, но не у всех есть такое обаяние. Вот, буду брать обаянием, естественно, доброжелательностью, открытостью. Всего этого иногда не хватает, поэтому некоторые участницы кастинга не задерживаются на сцене и пары минут. Критерии отбора весьма жесткие. Стать полноправной участницей конкурса значит уже сейчас заявить о себе. Для этого некоторые красавицы готовились не один день. К примеру, студентка строительно-архитектурного университета Алена Бегаулева до кастинга сбросила аж 20 килограммов. Для меня это было очень сложно, потому что когда я уезжала домой на лето, и мама там за мной очень строго смотрела. То есть я сижу, пью чай, она такая: никаких конфет, не смей, даже не надо мне эти конфеты, убери их со стола. В итоге мы поехали на море, а на море есть не хочется, хочется только плавать, купаться. И в итоге летом я сбросила примерно до 70, а потом уже в Нижний Новгород приехала на учебу, и тут уже как-то, не знаю, остальные 5 килограмм сами ушли. То есть ты совсем не ела, пила тут чай? Нет, не знаю, просто я люблю гулять очень, и 2 часа в день для меня прогулка, вот Большая Покровская, и вот Звездинкой в те стороны всегда хожу, гуляю. Диеты и физические нагрузки дали конкретные результаты. Сейчас вес белокурой красотки 65 килограммов. Она прошла отбор, но жюри конкурса настояла на дальнейшем похудении, а значит, борьбу за фигуру Алена продолжит. Всего в финальный этап главного нижегородского конкурса красоты должны выйти 12 девушек. Поэтому доказывать, что я лучше, даже тем, кто уже прошел кастинг, придется еще и не раз. Второй отборочный этап для очередных представительниц прекрасного пола намечен на август или начало сентября. Ими же самый-самый, который получит титул «Мисс Нижний Новгород 2016», станет известно 28 октября этого года. Итоги финала подведут в театре «Комедия».